Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю очередное сражение в режиме 3 на 3, карта Вандийское побережье. Играю я за Некронов, со мной в команде за Эльдар играет Frozen Maiden, и за Сестер Битв играет Кристиан. Наши противники: за Некронов играет Непнеп, за Эльдар играет Райан Грин, и за Тау играет Халапеньо Инкариен. Направил я строителя для того, чтобы застроить турель, лишить одной точки врага, так как тут точек очень мало, по две точки на каждого игрока. И это причина, почему я беру некронов, так как точек мало и ресурсов будет мало за другие расы. И самый оптимальный вариант — это раса некронов. Да, тут по лимиту немного больше отставать, но если все правильно сделать, этого должно хватить для победы. Направляется Райан Грин, у него есть темные жнецы, пытается он захватить точку. Он, видите, вывел всего лишь один отряд дозорных, чтобы сэкономить ресурсы, и вывел темных жнецов. Теперь у него уже два пока темных жнецов. Так, на базе продолжается застрой генераторов. Ввожу я воинов некронов. И темные жнецы начинают расстреливать мою турель. Управляю строителей, темные жнецы, да, неплохо с техникой могут справиться, но у них проблемы со сносом зданий. Расстреливаю его темных жнецов, а тут видим веспидов у халапеньо, и все довольно удачно, ломает два генератора у Frozen Maiden, видите. Использует читерский путь развития. Два генератора и сразу в Т2. Тут веспиды полетели ко мне на базу. Так, я подвел сюда отряд воинов-некронов. Потерял, к сожалению, своих скоробеев. Но турель живет, расстреливает по темным жнецам. Тратит на это ресурсы, чтобы пополнить. И так далее. Тут я потерял тоже один генератор. Халапеньо пока что удачно действует своими веспидами. Пытается Frozen Maiden поставить технопортал. Так, еще и командир Тау тут. А тут и нас с Кристианом прогоняют. Мои НВшки отступают. Тут канониса с инфернальным пистолетом была, тоже отступает. Так как лорд некронов Непнепа. Преследуют его. Я тоже подмал, видимо, своего лорда, да. Идет лорд. НВшками иду в ближний бой против темных жнецов. Так, Frozen Maiden пишет. Слила я вам катку, простите. Нет, еще не конец. Да, она потеряла тут генераторы. И Кристиан пишет ей, чтобы она сделала арлекинов. Я прыгаю лордом, вижу тут же отряд темных жнецов. Тут командир Тао, Халапеньо и лорд некронов Непнепа преследуют канонису, пытаются ее убить. И проблемы на базе у Frozen. Пока что он ничего не вводит. Строителя вывела. НВшки продолжают вязать. Лорд некронов тоже вяжет второй отряд. И снова ставит генераторы. Frozen. Так, на базе у меня застраивается запретный архив. Система пробуждения. Так, сбрасываются свежеватели от Непнепа. Наверху проблемы также у сестры, у Кристиана. Тут веспиды, лорд некронов. Так, и вводят Селестиана, Кристиан.
вяжет ближний бой командира Тау с селестянками. Селестянки попадают в ловушку, и тут два отряда воинов огня расстреливают бедных селестянок. Тут я продолжаю вязать, даю возможность. Frozen Maiden хоть как-то выдержать эту атаку. Тут еще селестянки выходят. Я сбрасываю свежевателей на помощь Кристиану. Но мои свежеватели попадают в ловушку, к сожалению. Тут халапеньо любитель раскидывать ловушек. Я вижу, что там тоже ловушка стоит, поэтому я обхожу эту ловушку с другой стороны. И вступает своими селестянками тоже в битву Кристиан, расстреливая воинов огня с тыла. Все-таки отвлекли немало внимания на себя свежеватели. А тут лорд Некрон продолжает вязать и выводит первую технику Frozen Maiden на 7-й минуте. Ну, получилось, что получилось. Тут войска Тау отброшены. Бессмертные идут, пишет Неп-Неп. Я сбрасываю свежевателей уже на базу. К Неп-Непу вступаю в битву против его лорда и убиваю его с помощью свежевателей, еще свежевателей. И лордом тут же вяжу ближний бой бессмертных, чтобы они не разломали технику из дара. Свежеватели пытаются уничтожить турель Некрона. Так, тут генераторы идут. А Кристиан своими селестянками помогает Эльдару. Наконец-то Роузен сделала Арлекина. Ну, тут лорд призраков погиб, поэтому смысла не было уже вязать бессмертных. Надо было вязать антипеховых темных жнецов. Отступаю я своим лордом, понимаю, что все тут. Ну, я тут пару отрядов свежевателей спас все-таки. И сверху идет атака сестер Эльдаром нашим. Ломают пост. А тут много темных жнецов и воинов огня, и командир Тау. В общем, селестянкам трудно будет атаковать. Но тут я тоже подхожу своим лордом с тыла. Так, продолжаю накапливать свежевателей. Мой лорд успел отступить. Я сбрасываю свежевателей на базу Тау. Отменяется застрой Т2 халапеньо. Пытаемся поломать ему казармы. Минус казармы. Дальше иду на генераторы. Тут один отряд ломает пост. И все вражеские силы перетягиваются на базу к Тау, чтобы помочь. Так, ломаются генераторы у Тау. Тут сюда перепрыгнул лорд Некронов, засвечивает. Ну и еще и командир Тау. Тут свежеватели изо всех сил пытаются уничтожить пост, но тут темные жнецы не дают. Отступил я свежевателями. И тут пытаюсь доломать генераторы и потом уже отступить. Неп-Неп сбрасывает сюда свежевателями. И Кристиан потихоньку гоняется тут, пытается в ближний бой вступить. Так, пока что свежевателями не отступаю. Дальше продолжаю ломать. Но с тыла ко мне заходят тут свежеватели Неп-Непа.
селестянки потихоньку отступают. Так, отступил я свежевателями. Все-таки не решился доломать, так как там лорд, свежеватель, еще и строители подошли ремонтировать. А, я сбрасываю свежевателей теперь на базу к Эльдару. Эльдар тоже был в Т2. Также и Непнеп сюда сбросил своих свежевателей. Растягиваем их. Они вместе бегают все. Засветил войска, получил обилку от командира Тау. Так, я был в Т2, заказываю что-то. Отряд бессмертных заказываю, ставлю улучшенную систему пробуждения. А тут Кристиан своими селестянками снова заходит, пытался повязать воинов огня. И у Роузен есть пауки варпа. Пока что два пака. Ну и я тоже бессмертными иду. Тут застраиваюсь турелями, чтобы не потерять термогенератора. Накидываюсь на турель, попадаю в ловушку лордом. Так, засвечиваю вторую турель. Эта турель-то будет уничтожена уже быстренько. Не успел отремонтировать Непнеп. А тут противники пошли в контратаку, зажали сестру Эльдара. Я пока атакую пустую базу Некрона, Непнепа, но он стягивает сюда всех своих свежевателей, ведь я освободился Кристиан, так как свежеватели отступили. Немного развязались руки, и у меня тут уничтожитель, который неплохо разбирается с пехотой. Бессмертных я отвожу, чтобы не повязали. Тут бессмертные против бессмертных сражаются. Свежеватели против свежевателей. Какие бессмертные. Извиняюсь. Стягивает еще войска. Сюда и бессмертных подвел. Отступил я своим лордом. А, это Непнеп прыгает своим лордом. Я своим лордом вижу темных жнецов. Так, тут огненные драконы, свежеватели повязали, пытаюсь спасти своего уничтожителя. Но теряю, к сожалению. Так, идет атака на мой термогенератор, сбрасываются свежеватели. Они все перетянули сюда, но с другой стороны Эльдар-то вместе с сестрой освободились, и они тоже заходят на базу к противнику, и Таусня снова перетягивается. Я сбрасываю сюда своих свежевателей, строителями ремонтирую турели. Сейчас засвет закончится и начнется обстрел по свежевателям Непнепа. Тут лорд раздамаженный. Ну и бессмертные сюда заходят. И также есть уничтожители у него. У меня два уничтожителя. Я прыгаю на бессмертных. Пытаюсь их повязать. Скорее всего, лорда потерял. Непнеп. А нет, лорд его все еще жив. У меня тут отряд бессмертных все еще жив. А лорд Некронов мой вяжет отряд бессмертных. Бессмертные начинают обстреливать уничтожитель Непнепа. Я тут бегаю за вторым отрядом. Тут неплохо так проатаковали вражеского Эльдара. Кристиан пишет снова гоу. Они вдвоем, видите, продавливают Таусню и зеленого Эльдара. А тут я отбросил войска Непнепа, заставил его отступить, переспамил свежевателями. У меня была захвачена ключевая точка.
так, прыгает своими пауками варпа, перестреливает воинов огня. Розан Майдан. И минус вся армия у халапеньо. А тут и продавливается база Непнеп. Он ставит еще две турели. Получаю донат постоянно от Розен Мейден. Ну, тут сестра с Эльдаром уже сносят вражеского Эльдара. Пишут враги GG. И выходит из игры. Эльдар тоже выходит из игры. Хороший бой получился. Давайте приступим к просмотру второго боя. Карта Альварус, режим игры 3-3. Играю я за Хаосом, в команде за Тао играет некий Take Back the Toys. И за Некронов играет Розен Мейден. Наши противники, Непнеп играет за Некронов, за Космодесант играет Рилли Мэн, и за Имперскую Гвардию играет Архун. Оказался я посередине, не люблю оказываться посередине, лучше где-то с краю. Начинаю захват своих точек, ставлю, естественно, казармы. На этой карте чечиться очень опасно. Как минимум нужен герой, который может выдержать атаку, расстрелять, протанковать. Рилли Мэн одну точку забирает у Некрона. Архон выводит отряд командования, захватывает свои точки, один генератор поставлен. Тут Таусня прокачивает своих невидимок на полную катушку. Для чего пока что непонятно. И накидывается турель от Архона. Наверное, думал, будет снимать точку, чтобы не убили одну модельку. Но это все поздно делает. И начинает декапить точку у Архона. Архон не накинул пост. И вот в итоге теряет. А эти невидимки могут стоять, захватывать, пока не выйдет Псайкера. Нету подсвета. Так, и очень опасно играет Таус. Таусня чуть не теряет своего командира Тау. И даже может потерять, если отряд командования будет бежать просто рядом, а не за командиром Тау, видимо. Архон не знает про эту фичу. Если просто бежать рядом, указывать правой кнопкой мыши не на противника, а просто рядом бежать,
Он будет бежать отряд командования и расстреливать, и командор. Если вы будете указывать на него, и у вас он стоит в ближнем бою, он будет просто мечом бежать, например, командор, и все, не будет стрелять. Так, повязан командор у Рилимена. Так, так, и... Я вроде его зацепил, но... Все-таки удалось убежать командору. Так, прыгают невидимки у Тау. Пополненные тут же погибают, подходят воины огня. Так, вражеский лорд Нептунов у Неп-Непа. А, еще и реликтовую точку уступает Неп-Неп космодесанту. Так, тут лорд Некронов Неп-Непа раздамажен. И Рилимен. Повезло ему. Он откинул моего лорда Хаоса. А так повязал бы его и не отпустил бы, и убил бы. Очень удачно получилось. Пока что враги агрессируют и занимают центр, мы не можем пробиться ключевым точкам. Розен Мейден тут двумя отрядами воинов Некронов и лордом передвигается по центру. Я сделаю антитех, если что, пишет Рилимен. В итоге Некрон на двух точках, ну, такое спорное решение на двух точках, много не наспамишь. Тут же передвигаюсь своим лордом, чтобы помочь, вижу тут стычка у Некрона. И гвардейца Архон тоже побежал своим отрядом командования. Я бегу к своему спасательному посту подальше от этого отряда командования. Но он тоже не бежит за мной. Есть у меня Т2. Ставлю осквернитель. Ой, вывожу осквернитель, ставлю. Какой же я мастер слова. Неп-Неп направил своих кораблей для того, чтобы застроить термогенератор. Он Т2 имеет возможность, видимо, не было еще ресурсов. Потихоньку вывожу краба в центр, но тут уже ракетные установки у космодесантников Рилимена. Я лордом пытаюсь отстрелять, ну и краб начинает стрелять. Вижу ближний бой лордом. Ну еще и войны огня помогают. Так, теряют три модельки с ракетными установками космодесантник. Придется ему заново пополнять, но у него и так 5 точек, в принципе, он может позволить себе такую трату. Так, командор Рилимена, вот он повязан, наконец-то, и погибает. Так, засветили наших крабов, ну, моих крабов. Так, и тут космодесантники снова начинают стрелять по крабам, пытаясь отвести чуть подальше. Так, собираемся вместе по центру. И видим уничтожителю от Неп-Непа. Тут машин пит у Архона ставится. Еще турель он ставит.
Так, слышу глайдеры Буря. Да, вот они, глайдеры Буря. От Рилимена. Пока что только один. Так, засвет от Непнепа. Отступает своими войсками. Фрозен Мейден. Тут лорд немного задержался. Он ввязал в ближний бой. И сюда снова космодесантники подходят. Снова бегу я своим лордом вязать этих космодесантников. И летит сюда глайдер. Глайдер один атакует и начинаю перестреливать крабами. Все, уничтожается глайдер. Некоторые разворачиваются, боятся, но крабы-то тоже неплохо отстреливают этих глайдеров. Глайдеры-то тонкие. Их можно быстро разобрать. Так, проглядел своего лорда хаоса, побежал куда-то не туда, и он умер. Переходил я, кстати, в Т3. Поставил энергетический контур. Ну, тут Розен Мейден, видимо, не собиралась брать его. Поэтому пришлось отступить. Так, тут ракетные установки, тяжелое вооружение с лаз-пушкой. Отступил я из-под засвета. Снова глайдер пытается проатаковать. Запускаю залп по глайдерам. Уничтожаю глайдера. Еще и космодесантники с ракетными установками. Начинаю их тоже раскидывать. Не могут они нормально стрелять, потому что крабы-то раскидывают их. И вот последний космодесантник. И он тоже целый отряд он потерял. Тут часовой тоже ничего не смог поделать. Невидимки у Тау работают. Розен Мейден, тут и сражение против Непнепа. Ну, у Непнепа-то точек-то мало. Точек-то мало. У Розен Мейден 4 точки, кстати. И намного приятнее играть. У него войска быстрее уводятся. Я в Т3 вывел одержимых, ввожу облитераторов. Снова глайдер. Подхожу поближе, бегу одержимыми, чтобы разобраться с тяжелым вооружением. Но одержимые тоже несут огромные потери. Засвечивает Розен Мейден. Я сбрасываю облитераторов. Так, одержимые отступают назад, чтобы перегруппироваться. Так, снова очередной глайдер. Так, краб под ракетной турелью, к сожалению, погиб. Так, тут облитераторы расстреливают эту турель. Расстреливаю отряд командования Архона. Разбираюсь с жевателями Непнепа. Так, разбираюсь с лордом Некронов Непнепа с помощью одержимых. Не бегаю облитераторами, чтобы лорд стоял на месте. Расстреливаю часового. Пытаюсь его разобрать. Но забил на него, так как увидел глайдера. Тут XC-88 у Тау, снова сживатели от Непнепа, которые уничтожаются одержимыми. И обстреливаются облитераторами. Снова засветил Непнеп. Так, и, видимо, отверженные есть у Непнепа. Розен Мейден тоже была в Т3. Но у нее отверженных нету. Так, космодесантник выводит стрелковых терминаторов. Тут
разрушили турели, тяжелое вооружение у Архона поставили немного отойти назад. Так, ломаю пост быстренько и пытаюсь поломать храм бога машины. Так, тут сбрасывает дредноута, а моих облитераторов. Так, штурмовые терминаторы. Еще есть изживатели у Неп-Неп. Тут один краб застрял, не может пройти терминатором. И выжигает что-то совсем не то, и стреляет куда-то не туда. Почему он сюда стреляет, а не по терминаторам? Так, тут минус один краб. Облитераторы направились на базу Frozen Maiden помочь тут отбиться от отверженных. Отверженные погибают. Уничтожил я все-таки врата машин и отступил. Потерял, правда, всех своих крабов на этой атаке. И у Frozen Maiden живой монолит. Имеет. Так, уничтожитель у Неп-Непа разбирает с одержимыми. Облитераторы подсвечены и не стреляют. Тут штурмовые терминаторы накинулись на монолит. Я одержимых направляю к стрелковым терминаторам. Облитераторами расстреливают. Тут еще и войны огня помогают. И Риллимен неаккуратно теряет своих всех своих стрелковых терминаторов. Тут я сбросил кошмаров еще на базу космодесанта. Так, тут засвет закончился, ну и монолит справится всей этой пехотой. Эта пехота никак не может уничтожить монолит. Так, ломаю центр орбитальной связи, чтобы не было новых терминаторов. Все, уничтожены. Тут лорд Некронов снова пытается повязать моих облитераторов. Выходит лорд Хаоса, тоже идет на поле битвы. И превращается в принца демонов. Так, тут лорд отстал от меня. Тут же начинаю расстреливать. Он успел засветить. Ну, сброс кошмаров продолжается на базу космодесанта. Успел вывести еще один отряд терминаторов Риллимен, но одержимые за ними гоняются и начинают их месить. Принц демонов ломает врата машин. Видимо, не было еще Т4 у Риллимена, потому что не вижу заказа у Лэнда. Ну, еще предстояло ему, еще предстояло перейти в Т4. Так, а вот Архон чем занимается. Вывел он кастер Тимов, но пока что не переходит в Т4, наверное, тоже затянут сражение. Так, и Неп-Неп своих отверженных направляет на моего принца. Расстреливают тут библиарии, и Архон ливает из игры. Видите. Стоял, говорит, и вышел. Риллимен пишет. Ну, этот игрок еще критикует мою игру, знаете ли. Вот этот вот Архон. Как будто он, знаете, профессионал, мега известный игрок Солшторма. Ну и критику и советы слушать от таких игроков мне неприятно, когда каждый считает себя умнее любого, играя вот так вот. Мне кажется, это несправедливо. И моя агрессия против такого, это естественно. Говорит, не было Бейнблейда и так далее. Ну, по сути, Архон, он, видите, все еще в игре находится. Он пишет, в апсах находится. Пишет, здесь Беня не помог бы. Ну, почему бы не помог? Помог бы.
У меня нету алчущего. Ну, есть хищник хаоса и второй. Ну, только шел алчущий, если он вывел бы на 15 минуте хотя бы. Ну, была возможность у него вывести. Его никто не атаковал, он тут окопался, сидел. Мы потом уже под конец тут немного его отодвинули отсюда. Сделал бы Васьки, потому что постоянно пехота, Тау против тебя играет. Ну, Ваську он вывел потом уже под конец. Видите, Тау выводить обязательно Василиск. Поставьте рядом Вижен какой-нибудь, турель что ли. И обстреливайте врага. Заставляйте пятиться их назад. Вот такое вот сражение. Давайте посмотрим счет. Frozen Maiden по армии набирает 305, я набираю 890, Тао набирает 705, Непнеп 360, Релимен 100 ровно и Архон 215. Frozen Maiden убито 47, потеряно 71, уничтожено здание 0, потеряно здание 0. У меня убито 114, потеряно 43, уничтожено здание 8, потеряно здание 0. У Тао убито 74, потеряно 26, уничтожено здание 6, потеряно здание 0. Непнеп убито 77, потеряно 127, уничтожено здание 0, потеряно здание 0. Релимен убито 36, потеряно 50, уничтожено здание 0, потеряно здание 11. Архон убито 25, потеряно 56, уничтожено здание 0, потеряно здание 3. Топ-1 по ресурсам занимает Frozen Maiden. Я занимаю третье место. Второе место Непнеп. И самый технологичный Frozen Maiden. Вот такие вот битвы. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем мира и спокойствия. Пока-пока.